Алла Пугачева уже давно ушла со сцены. Никто не ждал, что артистка вновь запоет. Говорили даже, что она лишилась своего легендарного голоса. Но, видимо, недешевая жизнь за границей заставила примадонну оставить заслуженный отдых и начать выступать на корпоративах. После обострения ситуации между Израилем и Газой Пугачева ее муж иноагент Галкин вместе с детьми, по слухам, покинули свое временное местное пристанище и перебрались на Кипр. Для Максима тогда мало что изменилось, он как постоянно уходил из дома, так и уходит до сих пор. Как известно, Галкин не упускает шанса выступить в той или иной стране, чтобы его семье было на что существовать за границей. Но как стало известно теперь, не только Максим сейчас зарабатывает. Ушедшая на пенсию Пугачева решила вновь взять все в свои руки. Сейчас в сети благодаря фанатским пабликам появляются видео якобы с нового корпоратива Аллы Борисовны на Кипре. Сама артистка пока никак не прокомментировала эту новость. Впрочем, недавно стало понятно, что Пугачева, почуявшая запах наживы, готова радовать поклонников своим творчеством, как старым, так и новым. По мнению знающих людей, на недавно выпущенном альбоме Алла Борисовна могла заработать баснословные деньги. Что уж говорить о живом выступлении легенды отечественной эстрады. Пока что остается гадать, сколько примадонна запросила у организаторов мероприятия за свое появление на сцене и пение вживую. Потому что, глядя на свежее видео выступающей Аллы Борисовны, остается только сожалеть о том, что время никого не щадит. Как бы ни старалась Пугачева, а прежнего своего уровня ей сейчас не достичь, уверены комментаторы в сети. Как уже отмечают интернет-пользователи, в некоторые моменты своего выступления артистка будто бы с трудом вытягивает ноты. Да и выглядела Алла Борисовна, при всех ее попытках молодиться, не очень хорошо, отметили зрители.